когда влюбляемся, мы добиваемся, да, своей любви. Пишем этому парню: ты мне нравишься, я люблю тебя, давай будем вместе, да, или он тебе пишет. И ты стараешься быть такой красивый, ты наводишь порядок на лицо, да, красишься, чтобы встретиться с ним. Почему бы также не стремиться онлайн-бизнесу, сетевой маркетинг? То есть, когда ты хочешь очень сильно, ты этого желаешь, ты добиваешься любви, да, и ты, в конце концов, вы женитесь. Также здесь, в сетевом маркетинге, начать работать, не бойтесь никогда, девочки, 3 часа времени уделить в день, это можно нормально заработать, заработок иметь. Если тебе интересно удаленно работать, просто сидя дома, рядом с мужем, рядом с детьми, то есть муж, он на работе, да, и ты кушать готовишь, успеваешь, и стирка, и белье у тебя, и в школу сходить, и в садик сводить ребенка, и купить все, что тебе необходимо, там маникюр, педикюр сделать, или себе купить какие-то вещички, да, хотелки свои, да, мелкие. То есть в кино сходить, детей в хапилон сводить. Девочки, это все можно сделать с помощью онлайн, сидя дома, работы. Ничего страшного нет. Мы все научим и все расскажем. Все у нас готовое, ничего не надо придумывать. Если тебе интересно, добро пожаловать.